試合をしよう。ウサギ伯爵出撃。もっと熱くなれ。出発逆中。ロックの時間だぞ。血人砕きやがれ。熱くのこと器用の通りだ。А вдруг в конце ждет подарочная кофемашина? Или крылья KFC? А? Чат. Задумайтесь над этим. Восемьсот гемов. Все может быть. Ого, оценка пачки дип. Вот это тебе некуда баллы тратить. Так как рогалики девать некуда, то смотри, повеселись с моим аккаунтом. Ну давай, давай. Давай, давай. Давай, все равно сейчас в Геншине так чисто. Почилить до 3 часов. Делать все, больше нечего. Вон там тусить нормально. Класс. Бычок? Работа меня съела аж на 1.5 бычок месяцев. Исследователь. Но мне повезло, я несъедобная. Тиандрунг с праздниками. Стример-чай. И тебя с наступающим. Спасибо большое за ресап 6 месяцев моему стенту Кевр. Спасибо за поддержку. Один сет, к сожалению, ненужный. И смола закончилась. Что там про ненужные сеты? Бонус лечения, восстановление энергии. Не, я не буду гидро такую барбару собирать. Пойдем это перо качать прямо сейчас. Окей. Такое надо качать, однозначно. Это моментальное усиление кого-нибудь. Найс, хоть 2,7. Моментальное усиление какой-нибудь моны или синцушки, возможно. Да плэт, ну за что? Ну хороший же четырехстатник. Ну что началось? Да, ну все, выбрасывать можно, по-моему. Ну что, еще два ролла осталось? Ну типа будет 10 крит шанса, 14 крит урона и что? Здесь перо, по-моему, слабое. Здесь, в принципе. Одно такое висит. Гидра. Это единственное хорошее гидра перо. Ладно, попробуем еще докачать. Будет второе нормальное гидра перо. Ну, да, нормальное уже, к сожалению. И то, если хотя бы один ролл еще упадет. Ну, хотя бы два ролла в критшанс, критурон обязательно. Восстановление энергии уже не рассматривается. Ох, найс, окей, окей, окей. 2,7? Нет, 3,9. Окей, да, 3,9, найс, найс. Сусамин, да в бан тебя, что ты так за меня не рад никогда? А мне хоть что-то падает.
Скажите Тиан, что есть кнопка авто, да, и она будет заливать серые артефакты. Мне надо прокачать до 20-го синими. Ну, серыми подкачивать он ли. Сейчас на энергии очень нужен крит урон и 7,8 желательно. Типа будет нормальная перышко, там можно Тарталии отдать, ему крит шанс очень важен. Гидросет довольно важен, да. Если не собирать его в какого-то там прокастера на ульте. Так, синие уже потихоньку заканчиваются, ну... Ясно. Восстанова все-таки. Ну ладно, это в любом случае нормальное гидроперо. У нас не так много гидродамагеров, конечно. Три. Пока что, да. И какоми одним из них не особо считается. В любом случае, Тарталия можно выдать. Сойдет. Где Тарталия? Иди сюда. Ну, у него как раз пера нет. Вопрос в том, что здесь есть 10-7, а есть 10-16. Они одинаково плохие. Ну, они одинаково средненькие. Лучше то, которое с крит уроном, конечно же. Да, да. Ну, гидросет, две штуки закрылось. Найс. Мастерство стихии. Оу. Все-таки Тарталия у меня больше прокастер, да? Собирается пока что. Вот. Все равно не так уж и плохо, по-моему. Ну, типа, не всем же артефактам быть идеальными, да? Но это тоже сойдет. Можно даже на ютубчик выложить.